Итак, народ, всем привет. Короче, несмотря на погоду, то что плюс 5 на улице, плюс 8 и холодный северный ветер, все-таки выкатили мы на мотике. Вот. Решили маленько покататься. Вчера приехал, вообще затупил. Блин, ну вы видели эту видюшку, друзья. Короче, как-то вот, блин, так вот, блин, пока с погодой у нас вообще не фартит. Уже 11 дней, как идут дожди каждый день. Вот. Ну, в каких-то районах идут, в каких-то не идут. У нас вот идут. Вот. И очень так прям печально с этой погодкой, конечно. Давно на мотике уже не катался, так уже прям отвык. Блин, ну все равно после зимы отвыкаешь. Надо вкатываться хотя бы каждый день на протяжении, блин, вообще каждый день прям, две недели прям по минимуму надо вкатывать. Вот. Навык маленечко уходит. Опа, авария. Ну вы, ребят, не смотрите то, что как я ездил, это компьютерная графика, сразу предупреждаю. Ну, вообще, ребята, это компьютерная графика. Просто на мотике, как я объясняю, стоять в пробках, ну как бы это, ну это вообще дело каждого человека. Вот. Можно просто аккуратно, потихоньку ехать без превышения скорости и все. Вот. Главное не превышать скорости и все. Вот. Погода вообще прям подводит, вообще конкретно. Но радует одно то, что хоть дождика нет. Ведь вот это вот радует сегодняшний день. Ну, в принципе, с утра всегда так было, каждый день, с утра. С утра норм. Так, автобус. Если бы мы ехали соточку или 90, автобус бы точно бы нас не заметил. Ну, скорее всего. Поэтому в городе скоростной режим, пацаны, соблюдаем. Хорош уже, блин, откатались. Как бешеные. Есть что вспомнить, скажем так. Вот. Я очень много снимал видео, как выжить мотоциклистов, очень много рассказывал, именно вот в городе. Внимание, мотоциклист, у нас проводили акцию, ребята, внимание, мотоциклист. Раздавали наклейки водителям. Ну, просто, чтобы люди смотрели по зеркалам и все.
своим номерным знаком. Да. Вообще жесть. Окей. Подбором от песни.